Итак, прошло какое-то время, и сейчас я хочу с вами поделиться своими ощущениями и эмоциями по поводу продукции iHerb. Итак, начну с своего фаворита. Это, несомненно, чай, зеленый чай со вкусом манго. Прекраснейший чай, вкусный, хочется пить и пить. И, несомненно, если я еще буду заказывать продукцию из сайта iHerbs, я обязательно закажу себе этот чай. Также не разочаровало нас черное африканское мыло. Сейчас оно выглядит так, потому что используется часто довольно-таки. Хочу сказать, что пенится хорошо, имеет легкий такой запах сладковатого вкуса, такой немножко ненавязчивый запах дегтя. А приятно, значит, не сушит кожу. Ну, не разочаровал, скажем так. А дальше идет кофе. Кофе показывала пакетик вот такой вот. Ну, скажу вам, ничего особенного. Это кофе без кофеина. Я походила по нашим сербским магазинам. Можем купить здесь. И довольно-таки тоже неплохой кофе. Мой муж попробовал его, продегустировал. Так как сербы, я вам говорила, что очень любят кофе. Он сказал, ну ничего обычного. Такой кофе, вот нормальный кофе. Ну вот. Дальше идут у нас порошки. Вот такой порошок для цветного белья. Вот его пакетик. Вот так вот он выглядит. Ну, хочу сказать вам, одного пакетика вот на одну стандартную загрузочку, конечно, маловато. Ставите два пакетика еще более-менее. Ну, ничего особенного. Легкий-легкий, едва уловимый запах. Если ставить без ополаскивателя. Следующий это идет такой порошок для белого белья. Его пакетик выглядит вот так. Чем-то они слишком, только если, видите, можно сравнить, то для белого белья он более белее, светлее, что ли. Что хочу сказать? Ну, тоже ничего особенного. Закинула пакетик, когда стирала белое белье, наряду со своим обычным пакетом, с порошком, извините. Ничего особенного. Но, может быть, приятный, хорошо будет пакет в использовании людям, которые имеют какую-то большую аллергию, потому что все это натуральное. Ну, для меня, знаете, не скажу, что произвело впечатление. У нас тоже продаются такие же порошки. Зачем искать лучше, если недалеко от дома все это есть. И пока ничего не могу вам сказать о креме, дермакреме. Так вот выглядит. Потому что муж пользуется недавно. Думаю, что сказать что-то о воздействии препарата на кожу можно будет только когда используется весь этот флакон. Ну, в общем-то, вот такой был мой опыт заказывания и использования продуктов с этого сайта. А заказывать вам или нет, это лично ваше мнение. Никому я не навязываю свое мнение. Ну, будьте здоровы. Всего вам доброго. До свидания.